Тем временем на трассе Северодвинск-Архангельск полным ходом идут капитальные работы. О текущих результатах накануне журналистам рассказали в областном правительстве. Всего в 2014 году на дороги Поморья потратят 2 миллиарда 982 миллиона рублей. За счет этих средств планируется восстановить 55 километров региональных трасс и привести в порядок 10 мостов. После передачи федеральное ведение трассы Северодвинск-Архангельск стало называться подъездом к городу Северодвинску автодороги М8 Холмогоры. На пути уже отремонтированы 2 моста, сейчас работы ведутся на мосту через реку Лаю. Вскоре по плану начнется капитальный ремонт на отрезке с 19 по 30 километр. Цена контракта около 14 миллионов рублей. Дорога здесь пока останется в 2 полосы. Также в планах на этот год ремонт покрытия на участках от 0 до 11 километра и от 30 до 35. Сейчас заканчиваются и работы по устройству искусственного электроосвещения трассы в районах Пирсы, поселка Зеленец, Тайнокурия, Цыгламени, Лайского дока и села Рикосихи.